Tell your good friends. Дай мне собаку. Оставь мне руку. Всем привет. Очередной этап операции Fashion. Сегодня мы преображаем Екатерину. Сейчас мы в Astik Image Studio. А вот это не Екатерина. Наш генеральный партнер компании Estelle подберет прическу для нашей участницы, после чего мы отправимся в фитнес-клуб «Система», где получим консультацию по уходу. А затем в автосалоне «Авторай» мы проведем профессиональную фотосессию с подбором образа автомобиля для образа нашей финалистки. Вот как я завернул. У нас сегодня очень отвлекающий есть фактор такой, от которого не оторваться просто. Дальше мы едем в торговый центр «Амарант», где в одном из бутиков мы завершаем образ двумя луками. Ну давай. Мы начинаем. Ну, батюшки, он нос его грызет. Ой, такой хороший арт, очаровательный, очаровательный. Обычный голос? Привет. Сюда идем? Привет, привет. Боже мой. Привет. Сработало. Ультрасвет. Дорогие друзья, я представляю вам следующее действующее лицо сегодняшней нашей съемки. Это технолог компании Estelle. Представьтесь, пожалуйста. Ирина Новоселова. Ирина, сегодня нам предстоит работа с волосами, которые хорошего качества, достаточно длинные. Я думаю, что если стрижка не нужна, то мы придем в порядок к концу, наверное. И, может быть, добавим каких-то интересных ноток в цвет. Угу. Дело в том, что когда я обрезаю волосы, они у меня кудряются. Я их не стригла уже 8 лет и не красилась очень давно. Волосы были ранее окрашены когда-либо? Нет. Ни разу? Нет, я эмалирование делала, но это был класс 8. Я думаю, что ничего затемнять мы не будем, наоборот, немножко осветлим. Добавим прядь, добавим вкусности, цвет. Это будет чудесно, Ирина. Да. Я, честно говоря, вот мне тоже хотелось бы выделить глаза. Вообще у нас очень красивые сегодня. Глаза очень красивые. Очень, да, красивые. За что ты такой? Сейчас у нас по плану экскурсия. Где мы? Мы в Astik Image Studio. И сейчас мы узнаем, что же здесь есть. Добрый день. Здравствуйте. Привет. Первый вопрос. Кто это? Это наш друг. Его зовут Арчи. Тащит, боже мой. Какую он тут функцию выполняет? Радовать клиентов. Типа меня он уже порадовал. Привет. Давайте посмотрим, что тут есть. Встречает такая большая помада всех клиентов. Помада, она настоящая? Цирковой номер, снимаешь? Почему у вас так много шариков? 1 октября студии исполнилось 2 года, мы отмечали это событие. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем. Юр, ты что снимаешь? Днем рождения! Здесь у нас комната пирсинга, здесь работает наш мастер Юлиацка. В данный момент как раз-таки там проходит процедура, поэтому... Что же там прокалывают? Или это секрет? Наверное, это секретно. А вообще все что угодно? Да, да. Здесь у нас комната парикмахера, тут у нас комната наших нейл-мастеров. Здравствуйте. Наш мастер Люция и Алла. А чем тут пахнет? Наверное, специальные средства. Да. Кто эти люди? Это, я думаю, они... Женихи и невеста. Очень красиво, на самом деле. Посмотрите, тут вот шарики, цветочки какие-то. И тут цветочки. Ну, Слава, там портит все на самом деле. И тут цветочки. Просто прелесть. Тут что? Тут у нас комната солярия. Ага. То есть у вас есть солярий? Да. Удобнее клиентам. А тут что? Пойдем. Здесь комната по шугарингу. Ага. И это массаж. Тоже можно у вас сделать, да? Зона мейкапа. Здесь проходит у нас в основном обучение. Поздравляем еще раз вашу студию с днем рождения, которое прошло совсем недавно. Желаем вам дальнейшего развития, побольше клиентов. Вам спасибо, что приняли нас, такой большой, шумный, смешной коллектив. Да. В этом месте. Спасибо. Спасибо.
ты такой нежный. Обносно. Ты снимаешь, да? Контакт. Я надеюсь, я не войду сейчас в кадр. Дима, шепчет. Я не чувствую. Я тебя не чувствую. Тихо, собачка, не грызи микрофончик. Ирин, мне очень нравится. Кать, как вам? Мне очень нравится, безумно все понравилось, все очень здорово. Можно я потрогаю? Мне очень хочется, конечно, прикоснуться. Они такие на ощупь шелковистые, и вот эти пряди, которые вы сделали, они настолько смотрятся вот гармонично. Да, с натуральным цветом волос. Чудесный результат. Мне кажется, вам очень нравится, Кать. Мне, да, безумно нравится. Слушайте, у нас участница такая довольная, счастливая. А то-то еще будет сейчас. Так, ну что, все? Он меня заел. Давайте собачку. Дорогие друзья, я представляю вам героиню сегодняшнего визажа нашей участницы, Оксана. Ну, участницу пока вы не видели. У вас есть какие-то вопросы, да, пока ее не увидели? Интересует, какие у вас будут луки. У нас будет грубая куртка-косуха и кружевное платье. При представлении косухи мне очень хочется выделить губы сразу же. Интересно посмотреть глаза, потому что тоже можно сделать акцент на глаза, на выделение скул, так как это маленько грубоватое будет. Да, это грубый образ немножко. Вчера что-то мы его вообще перекормили, походу. Теплушка готова. Ну что, я иду? Да, потом ты что? Поехали, я иду. Так, это что, мы уже закончили? Боже мой, что это? Это вы пошутить решили, девочки? Да. Ну, слава богу, а я-то уж думала, что так быстро. Первый раз за весь фэшн, за 5 минут сделали макияж участницы. Катя, вам самой-то нравится? Великолепно. Ну, у нее потрясающие голубые глаза. Да. Как будем выделять? Я думаю, что в коричнево-персиковых тонах с немножко добавлением сиреневого. Так, наверное. Готовы? Очень хорошо. Просто отлично. Оксан, спасибо. Кать, вы довольны? Я думаю, да. Великолепно. Да. Спасибо большое. У нас следующий пункт. Поехали. На самом деле, ребят, я хочу сказать спасибо нашим партнерам «Такси Левый берег». Ирин, мы вам очень благодарны. Да, Слава? Вообще класс. Молодец, Иришка. Загорятся? Спасибо. Друзья, вы не поверите, но мои волосы, они просто шикарные. Это как маленький померанский шпиц. Его хочется трогать и тискать. И вот так же мои волосы хочется трогать, гладить и тискать. Да, я очень люблю сладкое, и поэтому сегодня всю работу я кушала. Я кушала шоколадки и поднимала себе настроение. А еще мы едем в фитнес-центр. Вот, там я и расскажу, что меня беспокоит. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Екатерина. Это Екатерина. Очень менеджер фитнес-клуба «Система». Сейчас она вам расскажет и покажет, я надеюсь, систему небольшую тренировочек, которая поможет вам стать еще круче. У нас есть определенные тренажеры, непосредственно направленные на пивной живот. Ваш пивной живот, который поможет вам избавиться от лишних килограмм, за короткое время провести многофункциональную и круговую, именно круговую тренировку. Слов к делу, я визуалист. Покажите, пожалуйста. Что, как? Я абсолютно в ноль. На педальке? Да, все верно. Вытянуть вообще как раз 12. Давай. Нет, вытянуть-то можно, конечно, мне кажется. Давай на прямой, а вас сводим, живот и тянем. Раз 10 я это сделаю, но я весь пропотел. Ух!
времени. Да, у нас будет красивый... Екатерина просто орех будет. С языка. Который так и просит на грех. Нет. Да. Орех. Отлично. Буквально 2-3 недели вы почувствуете тонус в мышцах. А далее нарастить, либо убрать там нежелаемые, да, килограммы и так далее. Ну, я думаю, около месяца потребуется. Слушайте, а вообще... потом можно смело колоть орехи, я думаю. Да, да, и арбузы. Операция фэшн. Я сейчас как Лена Тучи. Рекомендую. Фитнес-клуб-система в городе Ульяновске. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А кататься мы сегодня будем на автомобилях нашего партнера сервис такси «Левый берег», который предоставит машину нам для всего. Для нашего собачки Арч, для Кати нашей финалистки. Для Катиных туфель. Для Катиных туфель, сумки и вообще вип для нас. Ну, это как само собой полагающееся. А мы поехали на вип, Катюша, поехали. Погнали. Прошу вас. Мерси. Больше не проси. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мне нужна машина, чтобы пошопиться. Какой вы можете мне предложить, глядя на меня? Давайте глядя на вас, я могу предложить стильный, элегантный автомобиль Audi A4 в кузове седан. Это абсолютно новая модель выпуска 2016 года. Выглядит также стильно, красиво, как и вы, Екатерина. Поэтому она вам подойдет очень. По салону прошу обратить внимание на качество исполнения отделочных материалов. Угу. Весь пластик первичный, соответственно, он весь мягкий. Натуральная кожа, да, она не скользит. И, соответственно, не будет вытираться и стираться. Угу. А рука будет всегда плотно. Но для новичков это очень здорово, когда они боятся, потеют руки. Совершенно верно. Опускайте вниз, смелее. И в двух плоскостях, и по высоте, ага, и по вылету. Ах, вот смелее, как, вот как здорово. Как в самолете. Да. То есть управление, вся эргономика соответствует классу премиум. Датчик, ключ света должен достать до датчика. Так. Екатерина. Это презент от нашего автосалона. Держите. Спасибо. Приятный подарок. Спасибо. Это моя визитка. Как в будни, так и выходные. С утра до позднего вечера. Спасибо так что большое. Будем рады вас видеть. Спасибо. Лариса. Да. По старой, доброй, сложившейся традиции, вы мне, не совсем сведущему в моде человеку, объясните, почему у нас прекрасная девушка в этом прекрасном наряде. Девушка у нас цветотип натуральное лето. Вот такого рода окрас меха ей очень подходит к ее природному колориту. Природный колорит – это вообще цвет глаз, цвет кожи и цвет волос. То есть эти цвета сейчас в моде, если я правильно вообще понял. Черный сейчас, да, тотально черный. Именно в этом сезоне. А с чем это связано? Модельеры? Ну, в общем, так получилось, что как-то они, не сговариваясь, выбрали черный в качестве фаворита. А, что касается самых модных цветов, для этого мы выбрали вот эту вот модель. Мы уже показывали ее, да? Да, мы ее уже видели. Теплого серо-коричневого цвета, который как раз входит в состав вот этих 10 цветов модных. Большое спасибо. На пике моды. Вы мне, как всегда, взорвали мозг. Пойду думать. Все, мы готовы. Тебе еще не слишком жарко? Мне хорошо. Я всегда в чубах хорошо. А, ну все, пошли быстрее отсюда, пока нас никто не видит. Екатерина, выйдите к нам, пожалуйста. Ну, слушайте, мне очень нравится лук. Замечательно. Я вижу, что здесь идет некое смешение стилей. Да, грубая кожа, эклектика. Да, кружево. Отлично. Катюш, покрутитесь, покажитесь. Очень красиво. Мне нравится. Мне очень нравится. Все как-то и сдержанно, но в то же время дерзко. И очень круто это смотрится. Да? Правда? Универсально. Кать, а вот что касается образа, вот как вы себя в нем чувствуете?
Мне очень уютно, как ни странно, хотя говорят, что вроде я лапочка, но... Да, вот, кстати, Лариса правильно подметила, она сказала, что вы романтичный очень. Что-то жарко стало. Катюш, у вас появился конкурент. Под мышкой. А, здесь ты меня переплюнул. Так я нормально считаю? Вызов принят. Ну, все, пишем. Спасибо. 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 Очень приятно. Очень рад. Екатерина, ну, во-первых, я жутко комплексую, потому что я ниже ваша ростом. Это меня очень напрягает. Ну, это мои, как говорится, внутренние трудности. Как вы поняли, у меня вообще множество комплексов. Теперь, как бы, мне хотелось бы услышать от вас, что главное в сегодняшнем дне вам запомнилось. Ну, хочется сказать, во-первых, огромное спасибо всем людям, которые принимали участие в этом проекте. Честно говоря, я бы так не оделась. Это, я могу сказать, с абсолютной уверенностью. Но наши мастера, они предоставили такую возможность, дали, так сказать, да-да. Ног, который подтолкнул меня. Вот сейчас я стою здесь, мне все очень нравится, меня переполняет буря эмоций. Угу. Я чувствую, я с тобой делюсь, и тебя уже начинает слегка пошатывать от этого. Да. Ну ты держись и мечтай. Здоровья вам и всего доброго, да? Спасибо. Я буду раздеваться. Спасибо. Я очень рад, что Екатерина за меня провели полностью это интервью, ответили на вопросы, которые я не задавал. Это вообще классно. Мы уже достигли дна. Я же вас спросил о сегодняшнем дне. Дно, понимаете? Снизу уже не постучат. Екатерин, первая ассоциация с операцией Fashion. Что это? Это взрыв. Это просто взрыв, это бомба, это масса положительных эмоций, впечатлений. Также это огромное количество новых знакомств, которые, я думаю, мне пригодятся. В скором времени, правда, если я вдруг захочу поменять свою работу. Правда, если я захочу поменять свою. А мы с тобой махнемся. Отличный вариант. Подошла к концу. Пам! Мы закончили. Мы закончили. На самом деле, это последние съемочные минуты. 5 дней пролетели. Все, пока. Пока. Не плачь. Все, мы закончили. Теперь можно уже. Отлично.